Вот укроп. Сейчас я его переверну. Чернухина. Укропы 100 метров от нас. Первые отряды наши зашли в Дебальцево уже. На окраину Дебальцево. Все хорошо. Че, напрямую? Да, не. Так же, как вчера. Так же, как ложил, только туда-сюда. Давай, вот так. О, нормально. Еще. Ну, а теперь давай, достреливай прям очередью всю. Вася, бля! Дай вжарю. Обстановки и настроение. Идем. Пойдем. Пойдем. Далеко не выходите, а вот выйду отсюда. Вот, ну смотри, обстановка. Метров 300 туда, там уже товарищи, которые нам совсем не товарищи. Вот. Чуть-чуть воюю маленько с ними. Ну, неправильно так, как они делают. Поэтому здесь я приехал. С России. Я здесь, и хрен кто сюда придет. Это неправильно, как они поступают. Поэтому я здесь буду стоять. За эту землю, за этих людей, за этих, за своих пацанов. Спасибо. А что быть здесь? Это опасно? Ну, какой эмоции, какое ощущение? Опасно, опасно. Опасно. Вчера, просто за вчера, за просто за вечер. 4 раненых, 1 мертвый. Это вчера за вечер, за пару-тройку часов. А как быть позывной? Студент у меня. А где находится украинский? Метров 80. 80 метров. Чуть-чуть. Аккуратно.
Там уже вот зелен, вон там. Там уже. Кто это? Там уже укропы. Сколько метр? Да ну вон он, видишь, вон сколько. Вот видишь, вон. 150 метров. 150 метров. Буй. Сейчас вас носит и возрождает фашизм. Европа этого пока не понимает. Это привет от фашизма. А мы здесь бьемся за правое дело, чтобы в Европе не было фашизма и не было войн. Дальше, мимо, мимо. Так что, ребят, может, вы и не покажете этот репортаж. Я покажу вам. Он вот. Покажет. Да, покажет. Он покажет. Вот. Но здесь действительно мы собрались просто патриоты своей родины. Патриоты. Которые хотят, чтобы был мир на земле, а не было убийств и не было вот этой... Что это? Это укроп. Мертвый укроп. Вон еще один лежит. Ага. Ух ты. Заминированы. Их надо сдергивать. А кто будет сдергивать? Они никому не нужны. Сидеба. Воги? Да. Вогами уже.